И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Водочка, Дэн, Гусенек, Коржик, Заварной Кофе, ОЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. МТСМЛТВ. Ребята, сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем убегать от гигантских динозавров на машине. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание с динозаврами. 3, 2, 1, погнали. Кто, пацаны, умирает, тоже становится динозавром. Поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет 7 динозавров и один выживший. Уже да как так один. Быстро? Вы что, пацаны, поддаетесь? А, кстати, кто умер, тот лох. Я забыл сказать. А что у тебя с машины заглохла? Так, вон, ребята, динозавр бежит. И орет, кстати, на всех. Ты что кричишь? Так, я буду держаться от него подальше. И, кстати, мы проверяли, эти динозавры убивают только когда спереди. Сбоку не могут никак уничтожить. Так, вот он идет. А, и он сейчас в щель тут провалится. Нет, лучше проверять я этого не буду. Лучше валить. Ну, молодец! Газуй, 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 челик! Ух, как рядом, смотрите. Волочек, волочек. Ребята, два динозавра. Сейчас будет очень сложно нам. Ой, пацаны, что-то у нас динозавры здесь глюченые. Они отдыхают. Они сильно... Я понял, у него что-то голова завис. Да ладно, вы что там все умираете? Это поддаемся, потому что... А, я понял. Вот этот динозавр бежит. Он пошел в здание. Еще одного взрыва. Вы что в здании прячетесь? Надо быстрее газовать. Не толкайся. Да пожалуйста, нет. Есть, я живой, я живой. Да как? Это было жестко. Так, отлично. Ускоряемся. Косой, ты косой. Он меня сожрал с машины. Он меня съел, смотрите, он меня ест. Все, я уже, ой, в кишки попал. Это жесть. И что, теперь тоже динозавр? Первый раунд, он всегда пробный. А потом будет жестко. Нет. Вообще. Так, нет, ну что, всех... А что, мы всех убили уже, нет, что ли? Нет, я вижу ЛТБ, он за домом, он за домом. Все, давайте, нет, пацаны, все за ним. Блин, классно управлять динозавром, мне нравится. Ну что, ЛТВ, прощай. Нет. Да вот, молодчик. Саня, о, там же, него... идите за Саней, вон он. У него колеса спустились, за ним. О, мы ему прогрызли колеса, ребята, это очень круто, что можно разрушать машину постепенно. Ну, давай, давай. Я съем тебя. Ты, я видел, ты там проглючила тебя. Так, все. Стоять! Есть, Санечек, я тебя съел, я знал, что я тебя убью. Но я вижу, что за динозавра это очень легко делать. Да, не, ну то это кажется, потому что вы плохо играете, как и я. Пробивай, ой, мочи его, пробивай колеса, хотел сказать. Давайте, все его есть. Я его съел, второй килл. Молодец. Второй раунд начинаю я. Берите все тачки. Так, давайте возьмем вот этого динозавра, мне кажется, он будет побыстрее. Вот это он крикун. Я вышел на охоту. А вот белая машина, давайте мы его замочим. На мосту видишь, иди на мост. Там очень вкусные люди. Один ушел, это было очень просто. Вот еще один сальтухи крутит. Мы его сейчас замочим. Ребята, я вообще не понял, с кем я сегодня играю? Вот, стоит, смотрите. Ну что, прощай. Эх ты, блин, я тебя не съел, да ладно. Вон едет белый. Давай, за ним все. Так, Гусенек, ты опять на синей машине или нет? Да, он на синей. Значит, он там за домом стоит. Прощай! Это было мощно! Это было сильно, прям на ход. Ты прям в челюсть ко мне заехал, понимаешь? Тихо, тихо. Офе! Психи. Вот, моя жертва. Ам-ням-ням, иди сюда. Прощай. Хорош. Молодчик. Вон они все, все туда, быстро. О, если я попробую упасть с высоты. Будет сильно карта дрожать или нет? Ого, прикольный звук. Гусенек, я тебя сейчас съем. Я открыл охоту на гусенька. Мне кажется, его надо первого убить. Саня, вкусно очень. А я сейчас обойду дом, он по-любому туда выйдет. Я пошутил, гусенек. А, есть, 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 нет. Да какой есть, да какой есть. У меня шлагает, играй. Красотища-то какая. Кстати, немножко тебя видишь, машина повредилась, у тебя двигатель заглох, я так понимаю. Ой. Сейчас, секунду, так. Смотрите, пацаны, он за дом поехал, все туда. А, нет, по мостику поехал. Давай, иди встречай его, я даже бежать не буду. А, я ладно, я его тут сзади встречу. А, ну все. Сразу видно, права тоже купил. Права купил, а ездить не купил. Давайте, пацаны, фас, убивайте его. Я посмотрю, как вы его съедите. Блин. На, и воду скинули и съели. Че, опять всех убили? Нет, вот. Ну, давай. Да ладно, да как мы его не убили? Второй раз будешь победителем? Чисто на вай. Красавчик, хорошо играешь.
А вот и все. Я тебя сейчас съем. Вот теперь ты уже никуда не денешься. Смотрите, на ход. А, блин, он быстрый. Ну! Встанет меня! Да ну ё-моё! Ешьте его. Все, у него сейчас. А чего там динозавр дохлый валяется? Одного успел сбить. У него колесо пробито, вижу искры идут из-под машины. Я живой, я еще живой. Да ты хорошо играешь, слышь ты! Давайте, пацаны, его тут будем встречать. Вот он едет. Во, во, я тебя лично съем. На! Все, ребята, сейчас этот раунд я буду играть идеально. Просто очень идеально. Никто меня не сможет убить. Сейчас я буду прям профессионально ездить и стараться держаться вот как он посередине карты. Поэтому я думаю, что я затащу этот раунд. Давай. 3, 2, 1. Мочи всех. По-первому, это плохо. Согласен, давай. Ты же динозавр, ты и решаешь, кто, кто будет лохом. Если динозавр умрет. Есть. Водочка, молодец, наполовину. Опять. Ага. Нет, это так не работает. Чувак, не. Да ну блин, да я поддался, ну как? Ну блин, да это бред какой-то, так не должно было быть. Должно быть. Да я хочу хоть один раунд выиграть, пацаны, ну я должен выиграть. Я выиграю, я по-любому выиграю, я вам серьезно говорю. Лови, лови на перехват. Каждый раунд они все лучше и лучше играют, понимаете? Прям сложно становится же их мочить. Пацаны начинают выхватывать тактику. А Гусенек, ты специально уже машину не перекрашивал, да, чтобы тебя не полили? Ужай, Вадим, на машине. Все, я еду. Ой, бегу. Ну все, тут ты уже не проскользнешь, смотри. Прощай. Ах ты жопа! Ай, нет, ты не жопа, ты передок жопы. Я даже знаю, где он. Давай, где? Да, вот он. На мосту перехватывайте. А, вижу. Все, бегу навстречу, ребят. Я его сейчас встречу. Все. Он воду. А, ну съедайте его, мочите его. На. Хорош. На. Ребята, сейчас я точно должен этот раунд затащить. Погнали. Отстанет меня. Вот он бежит, пацаны. Так, надо сразу сваливать подальше. Я не увидел его. Там минус кофе. Тебя это не спасет. Должен умереть. Я должен затащить в этой серии хоть один раунд. Ну, по-любому. А я вас тут съехал, пожилу, хорошо. Да ну как? Да. Ну что за западло? Я буду злиться. Да как ты меня убил? Я хотел сбоку проехать. Ему поддается сегодня. Ему поддается сегодня. Кстати, да, я поддаюсь. Да блин, сложно как-то резко. Ну он быстро поворачивает. Вот, вот. Давай. Мочите, окружайте. Так, давайте все туда на мост. Вон машина застряла. Ах ты жопа, физганом достает. Ну ладно. Будем считать, что ты все равно проиграешь. Ешь его. Есть, один есть. Ах ты, блин, пропустил один. Давай, там другой динозавр, встречай его. Я выиграл. Нет. Да, он последний остался, значит он выиграл. Он на лаке. Ты что, с машины на ходу вылез? Один едет. Да машина, да убивайся. Есть. Кирилл Геймер, ты выиграл? Ребята, сейчас я точно выиграю, смотрите. Ну все, давайте, 3, 2, 1, погнали. Еще. Отлично, есть, один ушел. Нет, динозавр, не, так не будет. Динозавр их сегодня не покушаешь, к сожалению. Хорош. Это нормально, что меня съел динозавр, но я остался живым. Нет. Да. Ну тогда я, может, залезу обратно в тачку. Отстаньте, отстаньте. Хорош. Обманули динозавра. Блин, так стрёмно, когда вы знаете, что вокруг эти динозавры ходят. Ну, которые хотят нас сожрать и взрывать сразу с одного удара. Мгновенная смерть. Им хотят. Кстати, привет. Я вот сейчас задумался над одним вопросом. Откуда у нас здесь динозавры? Откуда, мы воскресили их. Отсюда? Ученые. Это эксперимент. Мы воскресили их на один ролик. Да, 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 кстати, согласен. Не-не-не-не, нет, ты меня не съешь, отец. Пожалуйста, я люблю крольчатину. Да нет. Хорош. Они не подают. Окружайте Диму. Извини, пожалуйста, они не подают крольчатину. Ой, у меня ноги сломались. Да блин, я хотел в жопу этот сзади проехать. Ну нет, ну почему я не могу выиграть ни одного раунда? Да это сложно. Я знаю, что сложно. Кушайте крольчатина. Крольчатина едет. Я даже понаблюдаю, как вы их будете убивать, потому что динозавры и так классно играть. Но вот понаблюдать, как Гусенек сейчас сольется, это еще лучше. О, Гусенек, давай, я с тобой. Ко мне лучше бы сел, у меня безопаснее. Окружайте, все, давай, Гусенечек, поехали. Окружайте этого зайца. Отстаньте от меня!
Давай, Гусенек, я в тебя верю, ты сможешь. Обману его. Есть, хорош, хорош. Газуй, газуй. Я тебя сейчас... Машина! Ну шифт, ну машина шифтная. Есть, есть. Ну блин, вот еще один он живой. Кто-то остался на тачке у нас? Кушай, кушай. О, Саш, вытащил с машины, смотрите, хавает его. Это тот раунд, когда я должен затащить. Вот я не знаю, почему я это говорю, мне смешно. Ладно, я в этом раунде не выиграю. Специально говорю, что я не выиграю. Три, два, один. Поехали. Давай, динозавр, иди, иди сюда, кусок говна. Ты что, офигел? Я ЛТБ застрял. Такой... Я просто застрял. Ну ё-моё! Ай, блин! Ну, ты же сам сказал, что не выиграешь, вот и все. Да ну блин, я так старался выиграть. Да я тоже не выиграл, я верю. Все, я разозлился, буду на других пацанах отрываться. Все, и стоять, зеленый! Ладно, он сейчас все равно уедет. Не будем туда идти. На! Есть! На! Двоих сразу! Ты что, неадекватный что ли? Гусанёчек! Ой, я уже слышу. Я с другой стороны обойду. Кирилл! На! Блин, я хотел его обмануть, но не получилось. О, застрял, давай! На тебе, щенок! Всех опять убили так быстро? Да. Нет. Еще один есть живой? А где ты сидишь все время? Да он крылся. Он тут ныкался, вот он. Вот он выехал. Победитель, молодец. Так, пацаны, давайте окружайте его, идите туда. Да все, мы съедим его сейчас, не бойся. На. Да. Так, давайте сделаем битву динозавров. Как вы думаете, прикольно выйдет? Давай. Мы сможем друг друга убивать вообще? Да, мы сможем. Но они с одного удара, они с одного. Ну все, давайте, каждый сам за себя. Битва динозавров начинается. Так, я вижу его, динозавр. А че ты шкерился, слышишь? Ты иди сюда. Ладно, 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 не трогай меня. Ты не трогай. Ах ты жопа, будешь мне есть? О, я умер. Меня съели, смотрите, он динозавра ест. А, на правую кнопку мыши надо было нажимать, а я на левую жал. Еще одного съели. Так, давайте проверим, кто же из них выиграет. Так прикольно лагает немножко. Ого, это чисто летающий. Съел, ты что, он победитель будет? А не, вот еще один динозавр. Так, два динозавра осталось. Ай, ты что, меня запризил? Так, пацаны, не трогайте, не мешайте, это будет нечестно. А вот еще один динозавр идет. А вот, все-таки они столкнулись. Правую кнопку мыши нажимай, сразу съест. Да ну, да. Мы друг друга съели, что ли? Нет. Стоп. А. Все. Только куда оно тебе влезло? Ты же такой же самого размера. Я не могу идти, мне заставило. Все, это анимация была. Так вот ты убегаешь, давай, стой, ты че, очкошник? Давай. Ты же из-за хвоста не сможешь выиграть, он тебе первый удар сделает. Съесть. У меня хп мало было. ЛТВ победитель у нас сегодня в серии Красавелла. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.